Привет! И сегодня я снимаю коллабу с Максимом. Да, ну так, ну только с другого канала. И сегодня мы будем занимать по... Это популярная игра, тут разные челики снимал, типа такоса. И кто-то берется лысо, тогда кто получит золотой 1000 лайков. И да, вы набрал на капхеде тоже 10 лайков. Едва, напомню. И да, я что-то не помню, я потом буду. И зараз я допрыгну до синего. Я зараз допрыгну пальцы. Я тоже тут длинный 15. Это будет длинный ролик, и тут еще... спаси! Амбро, а... Подожди, я сто, кто выиграет до конца, тогда кто получит 11 лайков, я сто. Так, сможет мой метод поможет. Мой метод тоже поможет. Я буду тебя сдать. Я этого не буду взять запись. Челик не может достаться. Может поищем паркур, я с Томазом. Ну, тогда кто получит 1000 лайков? Тогда... Ну, тета-приз будет на... Я буду у всех проверять аккаунтов, кто поставит лайки, написать комментарии, я написал. Вообще-то я уже прислал. Да. Я зараз скакаю, я просто бесконечно скакаю. Пожалуйста, хелп! Тут даже мой друг играет. Я тут... Хелп! Пожалуйста, спас... Я не могу! Если кто-то прыгнет, то 12, тогда получит 1000 лайков. Но это осторожный лайк. Да, поставьте и подпишитесь на наш канал. И на его. Да, вы можете на его подписаться, но это зараз не на это времени. Зараз хочу пройти. А тебя? Я как у тебя? Здравствуй. Привет. Бро, давай паркур! Бро, давай паркур! Ну, теперь, кто прийде до кінця, може почути 1000 подписок. Ну, не буду тебе правда сказати. Ну да, я тоже професіонал. А моя сестра не професіонал. І вона тоже буде ссылка в описании. Им довольно виду. О, я паркур про. Я дивлюсь Синдюка. 5 лет, он проходит паркур.
Тогда я тоже был под куристом. Ты чё? Да пропал курист! Да если кто достанет то самого кинча, тогда кто выиграл? Ну приз получите. Ну приз получите, кто вы? Ну приз получите, и что вы поставил ты? Да чё, чувайков, на этот ролик. Мы стараемся, как это вам. Ты что, чувайка, мы... Если он нас берет, то мы можем на вас подписаться. А вы на нас. Нам все равно будет 10 подписчиков. Вообще-то у меня было на другом канале 1000 подписчиков. Нам было все-то 1-0-1 подписчиков. Ну это будет, короче, длинный ролик, нас на 10 минут может. Ну короче, это будет длинное видео, какое будет, так будет. Ты бедный поезвай начал. Ты похож на паркуриста. Я тут остался. А в Майнкрафте я бро паркурист. В Майнкрафте. Ну, можем посмотреть в Майнкрафте. Если хочешь, то пишите комментарии. Хочем серию с Майнкрафтом. Ну, можно все. Можно разогнаться. Я на них... Да! Я чуть... Ты не надо перескакнул ты. Это конец паркура вообще-то. Ей наконец. Это ад. Ну короче, да! Ну тебе байзо, тебе надо на чью заключенку. А вообще-то его называют Цирону по-украински, как Хистос Перелетчик от меня. Ну да, мы тоже окей. Если хочется, можно на нас и телеки подписываться. Да. И да. Мы можем с вами записывать. Мы там общаемся с подписчиком. Да, мы регулярно общаемся с подписчиками. Что хочет это заходить, тогда ссылку на чат будет. Мне зарплату, я уже на золото! Мы на 9 минут! Это в сколько минут записывается? Ну, опять нам опять тоже занимает на 20 минут, а? Ну да, после этого там буду еще убит. Еще буду убит. Я не знаю, за что мы не можем захороняться там. У меня 10 минут.
от мене буде. Я проходив на один ролик на 10 минут, но його я не викладав. Може, я викладу. Я опять проходив этот жовтий паркур. Вот я люблю красный свет. Вот я люблю красный свет. Ну и что хочешь-то? Может, на нас писать? Мы робим свой мод. И у нас там тоже ссылка на полноценный мод. Ну, на нас учили. Мы там, по-моему, разные вот эти песни. И, может, мы сделаем уже мод. Только демкою. И так, мы вас записываем, а то у вас и что нам тут поможет, и мы вас записываем у мод. А я на золотом дождь. Я золотом. Что? Ты, может, пройдешь зараз? Ты пройдешь зараз. Бро, а конец нас на каком? На полном синем. Ты проходишь. Там конец. Вот, блин, я зараз проиграю. И 100 лайков не достанется мне. Ты получаешь... Тогда ты... Ты что-то выиграл, тогда ты получаешь 100 лайков. Но не остаешься. Тогда ты выиграл 100 лайков. Остаешься их. Вот я дивлюсь, я кар нюкана. И короче, это конце видео. И да, и обязательно поставьте лайк. И мы оставим на чите реги ссылки. И я теперь тоже за скриншотю, только я не за скриншотю. И короче, это конец. Короче, это конец. Всем пока.